И вот я уже снимаю. Я иду в бассейн. Бассейн работает последний день. Поэтому... Почему? Поэтому... Почему? Ну, потому что осень наступает, становится холодно. Спасибо большое. Это наш швейцар Антон. Так как осень наступает, решили закрывать бассейн. Что? Во, белочка. Белка. Белка. Белка нас боится. Она нас уважает. По-моему, банда. Так. Вот так. Вот так я живу. Здесь apartments. Тачки вот всякие разные тут есть. Сигналок на тачках нет. Угу. Кстати, ты пропуск взял? Ой, молодцы. У тебя он надо. Там на одного, но там пригласили, блин, гостей можно. Что? Да там нас все знают, уже даже не спросят про пропуск. Да, о, нормальная машина. Nissan 370Z. Нормальный такой аппаратик. О, вот это вот Америка. Вот она. Какахи какие-то. Тоже мне. Никто не убирает, кстати. Кто-то обосрался, а убирать некому. Ну, что за дела? Что, это Дил? Во. О, еще белка. Вон, там возле берега. Точит кого-то. Белка. Белка. Точит желудь. Белка. Все. Боится. Белка нас боится, белка нас уважает. Белка. Она какаху какую-то грызет. Белочка. Стоям бы. Мы заходим в бассейн. Так, стой телефон вот так держать, чтобы никто не был. Собственно, наш бассейн, который работает, говорят, последний день. Че, все окей, нас? Нам сказали, нас пропускают? О, ничего не работает, все грязно. Вот тоже мне Америка. Фу. В России у меня в ванне, понимаю, было круто. А здесь бассейн какой-то стрёмный. О, даже не по фэншуйно расставлены эти сидульки. Вот там площадка для барбекю. Лёха, прям в футболке ныряй. Не тупи. Что, ледяная? О, ушел. Первый пошел, второй. Камон. Алекси. Что, как вода? Отличная? Хорошо. А я думаю, или мне нырять, или мне не нырять. Я тоже думаю. Давай, давай, Илюха, ну снимай уже, я тебе же потом родителям всем, там, маме, папе, чтобы ты нырнул. Жене вон твоей сейчас как скинем в одноклассник, как Леха умеет нырять, а он тут это, как девочка, не хочу, не буду. Давай, пошел. Все, бассейн вышел из берегов. Бассейн, говорю, вышел из берегов. Хорошо нырнул. Ну, собственно, да, вот такой хороший. Вот бассейн. Сейчас я буду... А я уже на камеру себя не буду снимать. Я... Ну как, если я с телефоном буду? Положи сумку, оботри. Вот все умные об телефон, оботри. Да ладно, что не видели?